Обожаю мороженое, но мои зубы не любят холод. Мне нужен дантист. Моя тайная любовь. Папочка, помоги. Упс. О, Люси, что случилось? Давай я посмотрю твой зуб. Открой рот пошире. Я проведу диагностику. Увеличим зуб. О, какой огромный. Сюрприз! Попался, папочка. У меня болит вот этот зуб. Хорошо, сейчас я им займусь. Вот он. Мини-динамит для зубов. Нет, 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 только не взрыв. Пожалуйста. Один маленький взрывчик. 3, 2, 1. Операция прошла успешно. Зубная нить полезна для зубов. Но не для всех. Нет, нет, только не это. Как тут моя малышка? Фух, все зубы на месте. Что? Здесь ровно 3000. Где еще 1000 зубной фей? Ладно, держи. Хорошая сделка. Первоклассный молочный зуб. Фух, померещилась. Дорогая, будешь чай? Заходи. Фух, чуть не попались. Следующий, присаживайтесь. Откройте рот. Нет, много кариеса. Вы не подходите. Следующий. Шире рот. Нет, ужасный прикус. Следующий. Садись. Скажи «а». Вау, идеальные зубы. Ты нам подходишь. Собирайся, мы уходим. Но куда мы идем? Я зубы пришел проверить. Мое время вышло. Придется доплатить. Еще пару минут. Вот и жених. Наконец-то. Привет, я так рада. Можете начинать свадьбу. Что? Вернись к алтарю. Они такие милые. Какая она красавица. Дорогие гости, мы собрались здесь, чтобы связать узами брака эту прекрасную пару. Мам, пап, привет. О, вкусняшки. Руки прочь, сладкое вредно для зубов. Но я хочу кушать. Минутку, для тебя полезные овощи. Приятного аппетита. Это брокколи пережило ледниковый период. Вот бы достать шоколадную пасту, чтобы родители не заметили. Получилось. Мам, пап, я уже наелась. Хорошего дня. Где же спрятать мою шоколадную тайну? Придумала. В зубной пасте. И родители ни о чем не догадаются. Как вкусно. Люси, я чую шоколад. Я просто чищу зубы, папочка. Thank you.
Здрасте, я Клюси. Нет. Успокойся, Мартин. Это всего лишь зуб. Ауч. Упс, простите. Все в порядке, я Гарри. Держи, тебе пригодится. Иди с миром. Пап, это приходил мой парень? Нет, это был некто с плохими зубами. Закрой глаза. У меня для тебя сюрприз. Что там? Ужас. Сиди, не двигайся. Я быстро все достану. Открой рот пошире. Нет, я не хочу. Пожалуйста. Операция закончена. Это всего лишь петрушка. Мам, пап, привет. Дорогая, ты знаешь, что с этим делать. Сиди, не двигайся, дочь. Мама сейчас достанет. Вот она, коварная петрушка. Можешь выдыхать, Люси. О, папочка! Что? Нет, я отказываюсь. Отомстим ему, Люси. Вау, фатальный прыжок. Ауч! Наши красивые зубки. Дочь, открой рот пошире. Я установлю камеру. Есть контакт? Готово? Можешь идти, Люси. Смотри. Превосходная видимость всех зубов. Пока родители не видят, я съем шоколадку. Скорее, Люси в опасности. Стоять? Как ты могла, дочь? Больше никакого шоколада. Мы все видим. Не оставим на зубах ни следа сахара. Только нежное отбеливание. Мне нужна лучшая зубная паста. What? Нет. Эти не подходят. Придется обратиться за помощью к магии. Алло, уважаемая ведьма. У меня есть заказ. Я здесь. Вы можете создать идеальную зубную пасту, чтобы зубы сияли ярче солнца? Без проблем. Мне понадобится кастрюля. Мой бывший. Да. Половник. Живая природа. Магия единорога. Собачка. Погуляй, песик. Подержи свечу, приятель. Смешиваем все ингредиенты, абсолютно все. Только не единорожка. Бросай давай. А, паук! Джозеф, хорошо, что заглянул. Ты тоже в кастрюлю. Пастиш, зубастиш, дастыш, фантастиш. Ха-ха-ха-ха! Ваша идеальная паста готова. Прощай, обычная паста. Привет, идеальная зубная прелесть. Доброе утро. Какой яркий свет. Я ничего не вижу. Ты почистила зубы, дочка? Улыбайся реже. Боже, что там происходит? Святой кариес, они мучают людей. Я не хочу к этому врачу. Внимание, мы закончили. Смотрите. Наш новый комод. Из меня бы вышел отличный столяр. О, мой самый первый клиент. Я помню тебя. Кто там?
Можно войти? О, добро пожаловать в нашу клинику. Вы мой любимый клиент. Ни о чем не волнуйтесь. Я предоставлю вам эксклюзивное лечение. Скажите «А» только для вас. Самые дорогие брекеты. Улыбочку. Вам очень идут доллары. До свидания. Ну, кто там еще? Можете мне помочь? Вот $2. Люси, подойди сюда. Поздравляю, это твой первый клиент. Присаживайтесь. Готово. Вау, мне все понравилось. Спасибо. Моя крошка стала совсем взрослой. Ты заслужила ожерелье своей бабушки. Люси – достойный продолжатель династии стоматологов. Понравилась наша семья дантистов? Тогда пиши в комментариях, хотелось бы тебе иметь родителей-стоматологов. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые видео на канале WHOO.